Всем привет! И с вами канал «Посеем, пожуем». Друзья, мне хочется вам сейчас показать самый правильный, самый вкусный рецепт приготовления холодца, который ни один праздник, ни Рождество, ни Крещение, ни Новый год не проходит без этого прекрасного рецепта. Во-первых, готовим. Вот это я достала из морозилки и на ночь обязательно замочила. Здесь небольшая ножка говяжья. Дальше ножка идет свиная, все это почищено, все это чистенькое помыто. И хороший кусочек телятины, вот такой вот, нежирный. Сейчас все это я еще раз помою и поставим с вами варить. Вкладываем все в скороварку и наполняем холодной водой. Прям холодной. У кого нет скороварки, конечно, в кастрюле это будет очень долго. Так, воды наливаем. Вот я вам сейчас покажу. Воды. Вот мясо закрылось. И на пальчик немножко побольше воды. Вот. Ровно вот где-то до середины пальчика. Сильно много воды не наливайте. Не солим, друзья, ничего. Закрываем эту скороварку и устанавливаем ее на огонь. Как только скороварка закипела, убавляем ее, убавляем сильно газ. И вот с этой минуты мы засекаем с вами время приготовления. Друзья, ну вот наш холодец и готов. В общей сложности он варился 2,5 часа. Через час я его открывала, туда морковку, лук. Вот такой красивый цвет у него получился, прекрасный. Вкус просто, друзья, обалденный вкус. Обалденный вкус, прям липнет губы. Я его обязательно процедила. Мясо и косточки отдельно у меня вот. И сейчас нам нужно это все разделать. Сейчас мы все это с вами разделаем. Я люблю кусочками, не люблю, когда крутят на мясорубке. Я люблю, чтобы были кусочки. Одинаково в каждую чашечку-то складываем. Проварилось очень хорошо. Чтобы косточка на зуб не попала. Если на зуб попадет, зубу хана. Вот так вот распределяем желейку и мясо одинаково по емкости. Вот так, друзья, у меня получилось 3 емкости. Вот 3 емкости у меня получилось. Теперь мы заливаем все вот этим рассолом. У кого осталась морковка, кто любит морковь, может красиво порезать колесиками и сделать. Но у меня муж не любит вареную морковь и лук, поэтому все это я не ложила. Вот так вот наливаем в каждую емкость. Аккуратно. Мне кажется, у меня останется бульон. Дрожжалочки будет много. Она будет прозрачная, вкусная. Желатин не добавляла, друзья, не добавляла. Потому что и без желатина он прекрасно застынет. Вот так, друзья, все у меня вот так осталось. Я сейчас прикрою крышечками, унесу в гараж. Гараж у нас плюсовая температура, где-то плюс 5. Вот так вот. Друзья, очень аккуратно, когда разделываете косточки, встречаются, особенно в поросячьих ногах, вот такие мелкие косточки. Если попадет на зуб, муж выкинет вместе с чеплашкой весь холодец, потому что зубы сейчас в наше время – это очень дорогое удовольствие. Друзья, холодец, поверьте мне, вот такой. Делайте холодец, наша чисто русская еда. А всех с наступающим и пока-пока!